Всем привет, дорогие зрители, с вами Аркадий, и это 16-й выпуск «Охота выходные». Я вроде бы нахожусь в своем городе, в Уфе, но охота во Владикавказе продолжается. Моя мама приехала к нам погостить, и я попросил ее кое-что перехватить там. И давайте я вам покажу, что оттуда она мне привезла. Но первое, наверное, ну и самое главное, это еще одна Sega Dreamcast. Ее передал мне один из моих подписчиков, это Дамир Великодный, за что ему большое спасибо. Она неисправная, но в принципе я нашел в чем проблема и думаю, смогу ее устранить, и будет она работать, как и прежде. С ней он прислал мне 3 пиратских диска, ну это так чисто для проверки, скорее всего уже они подойдут. Оригинальный геймпад, он рабочий, я его проверял на своей Сеге. Тоже одна из главных вещей — это провод для подключения телевизора. Я показывал свой провод, у меня не хватало там одного тюльпана, и он был в очень ужасном состоянии, этот в отличном состоянии. Также он мне прислал мультитап для первой Соньки. Но это не оригинальный, ну какая разница в принципе. Вот, прислал мне этот Дамир, за что ему очень большое спасибо. Давайте дальше. Также заехали в магазин, где я покупал, когда был в Осетии. Это магазин «Материк». Я с ним созвонился, с владельцами, с продавцами, и договорился, чтобы они собрали мне пакет игр и всего остального, ну, в районе 300 рублей за позицию. То есть все, что сейчас буду показывать, это обошлось мне в 300 рублей, ну, за каждую позицию. Ну и еще одно, да, я в тот раз не смог это привезти, они мне это тоже подарили. Даже не влазит в кадр. Это вот такой набор для Wii. Они мне отдали его так. В этот раз его привезли мне. Это не оригинальный набор. Ну, я думаю, кусок пластика ничем не отличается от оригинала. Ну, давайте начну показывать то, что было приобретено в этом магазине. Так. Первый — это набор бас-контроллеров. Ну, я не открывал, что он такой запакованный. Решил не разворачивать, а то потом придется опять скотчем заматывать. Я думаю, все знают, что это такое. Тут их 4 штуки. Как они сказали, они полностью исправны и в отличном состоянии. Далее. Это еще 2 Формулы 1 для первой Соньки. Это лицухи. Они в идеальном состоянии. Ну, для обмена мне подойдут. Следующее. Так, теперь игры на вторую Соньку. Давайте я начну показывать с дублей. Так, это Джек 3, запечатанный, но он пойдет ко мне в коллекцию, все запечатанные игры уйдут ко мне в коллекцию. SSX, тоже запечатанный. Джак и Дакстер, тоже запечатанный. Бас, праздник в джунглях, тоже запечатанный. The Simpsons, эта игра у меня уже есть в коллекции, тоже запечатанная, так что это будет по обмену, новенький диск. Lemmings, тоже запечатанный. И буги. Тоже новенький, запечатанный. Так, теперь давайте я покажу то, что у меня нету в коллекции, то, что уйдет ко мне. FIFA 11. FIFA Street 2. Так у меня есть, но у меня он в платиновом здании, а это синий бокс. Так что тоже в коллекцию. Сибирь 2. Золотой компас. Primal. Волейбол, Конфликт Зоун, iToy Play 2 и Сезон Охоты. Вот это вот маленько сложно, когда сбоку написано на русском, вот в каком их порядке ставить. Почему нельзя было сделать на английском, я не знаю. Ладно, это мелочь. Так, теперь, что удалось найти в Уфе. Так, ну, начнем, наверное, с этого. Это картридж для Сеги. Его также мне подарили на работе ребята. Еще где-то откопали, сказали, на, забирай. И 4 лицухи на первую Соньку. Они новенькие, они у меня есть в коллекции, но я купил их ради коробок. Некоторые диски мои со сломанной коробками, я хочу перекинуть их. По 200 рублей за штуку, но это нормально. Ради коробок потратить такие деньги. Так. Ну и последняя, эта покупка была совершена сегодня. Именно из-за нее я решил отснять сегодняшний выпуск. Именно сегодня, а не через неделю, как я говорил.
Потому что реально накопилось много, и надо это все расставить. Следующий лот я приобрел за 5000. То есть все, что сейчас покажу, было куплено за 5000 рублей. Давайте начнем. Так, это еще одна вторая Сонька. Она в полном комплекте, в идеальном состоянии. Не чипованная, коробка в идеальном состоянии, документы все есть. Геймпад. Также с ней еще два геймпада было, но там один неисправный. Да, я знаю, вы будете спрашивать, для чего мне еще одна Сонька вторая, у меня их так много, но я ведь покупаю не ради самих приставок, а ради игр. Игры отдельно от приставки мало кто продает, поэтому приходится забирать все скопом, вот, большой лот. С ней была вот такая карта памяти, я не знаю, почему она розовая. То есть, где они ее нашли, она вроде обычно шла в комплекте с розовыми Соньками. Ну да ладно, ее я оставлю себе точно, а Соньку, возможно, буду продавать. Посмотрим. И еще одна вторая Сонька. Она неисправная. Ну посмотрим, может на запчасти поет, а может отремонтирую. Я еще не смотрел, в чем проблема, но он сказал, что она не включается. Не знаю, возможно, не получится восстановить. Так, ну теперь перейдем к играм, ради которых, собственно, это все забиралось. Давайте также начну с дублей. Все диски в идеальном состоянии, в полном комплекте. Там у одного только нет буклета вроде. Все супер. Это God of War 2. GTA Liberty City Stories. Black. Jack X. Prince Persia. Еще один Prince Persia. God of War. Первый. NFS Undercover. Эти игры у меня есть в коллекции. Они у меня будут дублями. По поводу дублей, не знаю, буду ли я их обменивать, потому что у меня есть идея продать одну из розовых Sonic, которая та погрызанная. И к ней надо будет приложить какие-то диски. Ну, посмотрим, что останется, возможно, поменять с вами. Так, а теперь я покажу то, чего у меня нету в коллекции. Это суперсемейка. NFS Carbon. GTA San Andreas. Ну, у меня есть она, но в платине, это синий бокс. Сифон Фильтр. Спанч Боб, Лего Бэтмен, тачки, Рататуй, Ice Age, Радуга 6, Meet the Robinsons, NFS Pro Street, B-Movie Game, NFS Most Wanted, еще один Спанч Боб, Шрек, Medal of Honor, Тривиль. Что радует, то что все игры, ну большинство игр в синих боксах. Парочку всего в платине. Обычно в платинах приходят, а тут именно синие. И игры, как видно, хорошие. Видно, что человек намеренно покупал, допустим, те же NFS и GTA. А не так, как попадается, что всякий хлам. Здесь все игры хорошие практически. Ну, не считая этих детских, конечно. Но их коллекции у меня нету. Так что это тоже супер. Вот такая это была охота, не разнообразная, но очень много. Как я говорил раньше, я не ставлю на полку, сначала снимаю, а потом уже ставлю на полку, чтобы не потерялось. И это все лежало на столе, но как видите, дисков много, они занимают большое место, большое пространство, и я решил снять этот выпуск сегодня. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока!